понедельника 2 апреля 2018 года на канале НТВ можно будет посмотреть премьерный показ долгожданного сериала «Живой». В 16-серийном детективном сериале снимались Кирилл Кярю и Агата Муцамиеце. В данном видео можно узнать сюжет, описание серий и чем закончится сериал «Живой» 2018. Олег тоже в Калининграде, он изучает обстановку на вилле, принадлежащей лучу света, и ночью проникает на него по воде. В доме Олег видит Велену и доктора, обследующего неизвестного с забинтованным лицом. Журналист фотографирует доктора и незнакомца с приметной татуировкой на плече. Охрана замечает постороннего и пытается задержать, но Олегу удается скрыться. Журналист посылает полученные материалы Астре и сообщает, что Велена называла человека в бинтах милым. Это подтверждает его версию, что певица замешана в убийстве мужа. Зарецкая рассказывает Рубинчику про связь киллера с Лядовым. Бойко беседует с наставником о Лядове. Наставник убеждает его в том, что у Лядова были проблемы с конкурентами, и искать его убийцу стоит среди них. Сотрудник «Луча света» получает в прокат машин фотографию прав Олега на чужое имя и приезжают в гостиницу, где остановился журналист. Но Сорокину вновь удается скрыться. Зарецкая узнает, что именно в Калининградский фонд «Радость» были переведены деньги с банка Лядова. В Калининграде Олег встречает своего старого приятеля, журналиста Костю Ройса, который соглашается помочь другу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.